Всем привет, дорогие мои друзья, хорошо вам настроение, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игрулечку, которая называется Zombie Strike. Она похожа на Idle Герои, только тематика зомби-апокалипсис. Ну что ж, давайте посмотрим. Ты очнулся? Тебе невероятно повезло. Если бы не наш поисковый отряд, то эти зомби сожрали бы тебя. Понятно. Но не волнуйся, эти мерзкие зомби тебя не укусили. Ты просто потерял сознание. Теперь ты в безопасности. Ну и на этом спасибо. Послушай, если ты хочешь жить в сообществе, то должен проявить себя. Что ж, следуй за мной, я покажу здесь все. Так, стресс нужно снимать в этом баре. Можно найти новых друзей. Понятно. Базовое приглашение дает героев низкого качества. Для него нужно просто содовое. Все понятно? Промочим горло, я угощаю. Как скажешь, босс. Ага, двухзвездочный герой, ребята, нам достался. Продвинутые приглашения дают героев высокого качества. Для них нужно пиво. Попробуем еще разок, я плачу. Как скажешь, босс. Оу, какая-то монахиня. Так, три звезды, это уже что-то. Ну что ж, давайте. Похоже, мы нашли новых друзей. Теперь задание. Будь внимателен. Так, нажать на кампанию, и тогда ты сможешь перейти к поиску предметов. Понятно? Будь осторожен при поисках. Черт, зомби, готовься к бою! Хе-хе, как скажешь. Я всегда готов, ребята. Все как обычно, ребята. Стандартное обучение во всех таких играх. Оу. Но графика... Слушайте, ну графика ничего так. Так, посмотрим, что будет дальше. Ага, монахиня с крестом и с ножом. Это что-то, это нечто. Ох ты, ребят, мы получили с вами 10 осколков какого-то героя. Так, ну что ж, вернемся. Рюкзак. Так, я понял, объединить осколки. Это уже старая и знакомая. Давайте посмотрим, где у нас тут. Ага, сюда. Хорошо, хорошо, я понял. Ну, ребят, этот герой у нас будет с одной звездой. Поэтому, сами понимаете, что чего-то от него ожидать нам не стоит многого. Так, исключить героя. Так, у нас их двое. Давайте, наверное, ага, одного мы с вами сейчас будем расщеплять. Это знакомая система нам по Idle героях, поэтому с этим нам все будет просто. Так, исключаем. Хорошо. Хорошо, теперь улучши героя. Ага, понял. Давай улучшим монахиню, да? Блин, прикольно смотрится, ребят. Ну давай, покликаем. Ее звать Грейс. Ага, экипировку теперь нужно надеть. Это, ребят, я с удовольствием сделаю. Так, мой герой стал намного сильнее. Надеюсь, надеюсь. Что теперь? Продолжим наше приключение? Ну, естественно. Ух. Так, получить. Так, этого нужно включить. Ага. То есть он у нас типа танк, он должен у нас стоять вот, наверное, здесь, на первой линии. Диа. Фига, чувак таки с таким пулеметом. Оу, смотрите-ка. Братцы и акробатцы. Причем, ребята, у меня монахиня 5 уровня, да, остальные все 1. Оу, тихо. Нифига с удара. Ну и какой же из тебя танкуля, если ты такой дамаг получаешь, а, олух. Раунд 2, победа за нами. И получить. Да я понял, что надо получить добычу. Сейчас мы это с вами сделаем. Так, 1-3. Хорошо, не забывай забирать добычу вовремя. Ага, вот здесь вот дубинка, классное событие. Так, кристалл, ребята, 50 штучек. Очень хорошо. Редкие сокровища можно на рынке найти. Здесь есть пиво, нажми, чтобы купить. Хорошо, я покупаю, ребята, пиво. Ну, 150 кристаллов, я думаю, что это не особо-то везение. Слишком дорого. Хотя выдал героев тоже 150, по-моему, да? Или 175 стоит? Давай попробуем пригласить какого-нибудь продвинутого героя. И кто нам достается? О, чувачок с 3 звездами. Ну, согласитесь, 3 звезды. Это не котируется. Так что я вынужден стать сильнее. Так, будь начеку. И не дай зомби съесть свой мозг. Ну, как скажете, ребят, как скажете. Давайте, наверное, заберем для начала все, что... Что такое?
Оу, поздравляем. Четырехзвездочный перс нам достается, ребят. Вот это уже другое дело. Так, черный кристалл какой-то. Давайте получить все. О, тут тоже рулетка, тоже костер какой-то. Что еще? Так, достижение. Оу, а вот это хорошо. Зарегистрировать аккаунт. Будем надеяться, оно не занято. И... ну давай, 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 не томи. Все, 50 брюликов, ребята, мы с вами получаем. Замечательно, но не забываем, что у нас есть герой 5 звезд. Естественно, нужно его, ребята, выставлять в компашку, вот он. Ух, искра. Вот так вот, видимо, какой-то, я не знаю, шаман, что ли. Или, может быть, просто прикид у нее такой. В любом случае, мы с вами посмотрим, что это за персонаж, что это за герой. Так, достижение какое-то получили, что, где? Ага, 50 тысяч, еще брюликов набрали. Все вначале, как говорится, легко и просто, да? Так, куда же нам с вами в компашку отправиться, да? Я думаю, да, в компашку нужно отправляться. Получить. Воу, я получил 6-й уже уровень, причем с лету. Так, ну что, надо отправляться в битву. Так, выставляем своих персонажей. Давайте-ка мы вот так вот сделаем. Ее нужно нам на первое место, полюбаську. Вот так. Уберем и... подожди-ка секунду. Давай вот так вот сделаем. Самых сильных поставим вперед, ребята. А эти уже будут там сзади волочиться. Давайте посмотрим. Очень мне хочется глянуть. Натали. Нифига себе такая. Росомаха, ё-моё. Ну куда ты, родной, идешь-то, ё-моё. Правда, у меня шаманка хоть и 5 звезд у нее, но уровень-то у нее первый. И это меня не очень устраивает, согласитесь. Ух! Скелетики, блин, причем зомбарихи в очках еще. На-ка. Оу, шикарненько. Ребята, еще получили какие-то там осколки какого-то героя. И левел 7 у нас. Офигеть, мы растем как на дрожжах. Но это всегда было так. Поначалу все легко и просто, а потом медленно, нудно, долго. Да-да-да, у нас еще, кстати, сегодня, ребята, идол-герои будут. Так что мы будем играть. Так, автоэкипировка. Здесь тоже, только бандану. Тут у нас дубинка. И все, по-моему, больше ничего у нас нету. Ладушки. Так, мы с вами можем еще, наверное, сделать развитие, я так понимаю, да? У нас для этого нужны ампулы вот эти вот какие-то, да? Так, давай-ка попробуем. Сколько их, я не вижу, ребята. Давайте пока все не потратим. Угу, все. Улучшающие эликсиры у нас закончились, к сожалению. Ёлки, посмотри, сколько тут героев. Ну, не так много, конечно, как выдал, но тем не менее. Так, рюкзак. Ага. Шатающийся трупоед, ребята, звать этого персонажа. Ну, он же вроде бы как человек, а не трупоед. Ну, ладно, хорошо. Так, отправляться... подождите секунду, ребята, сейчас мы... а, у меня нет друзей. А мне нужны друзья, чтобы получать подарки, согласитесь, ребят. Как это можно сделать? Блин, тут не... вроде бы все как и везде. Нифига тут. Так, давайте-ка попробуем принять. Дон Вапоне. Так, замечательно, вроде бы все. Так, здесь можно что-нибудь такое сделать, как вот в тех играх там на рейд. Ага, 36 уровень требуется. То есть я... а, получил одно сердечко. Хе-хе. Ну что ж, ладно. Сгодится и так. Ну что, ребятушки, давайте, наверное, быстренько с вами пробежим. Этап 1-4. Также у нас автофарм здесь есть. И это хорошо, ребят. А вы, кстати, не забывайте писать, ребят, в комментариях, хотите ли вы дальше посмотреть прохождение этой игры. И к чему мы здесь можем прийти с вами. Я думаю, что найдутся ребята, которым она приглянулась. Так. Слушайте, ну шаманка у меня, несмотря на то, что она первого уровня, стоит довольно достойно. Офигеть, братюня, ну ты стрельнул. Просто задний ряд снес весь, и мы получаем с вами 8-й уровень. Да, развиваемся довольно быстро, хорошо, мне нравится лично. Ого. Так, а что тут у нас такое, что это за зомбарь такой, давайте-ка глянем. А, битва. Где? Блин, я хочу себе вот эту учечка. Оу, это босс, что ли, типа? Смотри, ребят. Фига, он оторвал себе руку и начинает, оу, бомбить. Застанил мою шаманку. Ну, я думаю, ребята, мы его разберем все-таки.
Смотрите, он ватный. Мы ему снизили защиту, как я понимаю, да? Рассыпался. Сосунули. Вот что я вам скажу. Слушайте, ну мы так с вами быстренько и шустренько можем далеко уйти. Да ядрен батон, уже 9-й уровень получили. Это хорошо, это мне нравится. Так. Поиск, ну. Давай, быстрее. А, этап 1.6 у нас. Автофарм. Зомбарей, наверное, я так думаю, здесь будет очень много разных видов, так что хорошо. Ну что, поехали. А вот это интересно, зачем машины? Я не понял, мы их будем улучшать, что ли, с вами? О, смотрите-ка, ребят. О, мне сразу напоминает это почему-то ходячих мертвецов. Помните, там такой же трупак без ног-то полз. Если я даже не ошибаюсь, это самый первый труп был в сериале, которого увидел наш, этот, как его там звали-то, Крис, или как, я уже забыл, елки-палки. Так, минус, минус и... Блин. На-ка. Отлично. Очень даже... О-о-о, смотри, какая красота, ребят. Да, 10 уровень мы с вами получаем, ребята. Так, мне охота немножко вот здесь вот глянуть, что вообще у нас тут есть. Достижение. Ого, получаем с вами еще 15 осколков 4-звездочного героя. Это уже хорошо. Ага, смотрите-ка, 5000 эликсиров улучшения, я так понимаю, да? Это, грубо говоря, аналог душ из идол героев, да? В общем, давайте заберем. И 10к уже будет через 8 минут всего лишь. Так, 70 уровень требуется. Офигеть. Так, давай посмотрим. Она у нас поддержка, то есть хил получается, да? Так, удар, атака, это все понятно. А где данные? Где описание, кто она и с чем ее едят? Нету, ребята, такой штуки. Или я просто неправильно делаю. До 30 смогу? Ну, ну, нет, все, закончилось. Быстро они, конечно, тратятся здесь. Хотел проапать, но ничего не получится. Так, подарочный набор. Получите в гиде выживания. А, понял, это донат у нас за бабло. Ох, ну прикольно. Она что, действительно будет здесь драться с тигром вместе? Так, получить и отправить. О, друзья, ребята, у меня копится в копилочку, и это хорошо. Так, тут нужно 14-й, 28-й, 40-й. Ой-ой-ой, нам впереди, ребята, ну, если, конечно, мы будем в нее играть, очень много чего тут надо будет узнать, исследовать, разведать. Смотрите-ка, новый герой. Хо-хо, новый герой, ребята, 3-звездочный, и он стоит 180к. 180 тысяч, получается. Блин. А у меня, ребят, не хватит денег, потому что у меня всего лишь 43 тысячи голды. А он стоит 180. Дорогой персонаж. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этом будем с вами закругляться. Это был у нас ознакомительный видосик по этой игре. Если вам понравилось, то хэштег продолжай. И будем, ребята, делать сразу же следующую серию. Ну а на этом, пожалуй, все. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся уже в новых с вами видосиках. Всем пока и удачи. До скорых встреч.